Здравствуйте! В эфире передача телерадиокомпании «Волна Плюс» на волне удачи. Сегодня в студии ее ведущие Елена Лисицкая и Ирина Терентьева. Здравствуйте! Ирочка – победитель детской странички в нашем еженедельнике «Волна». Мы поздравляем ее, благодарим за участие и дарим сладкий подарок от партнера детской странички компании «Альфа-Окна». А если и вы хотите выиграть сладкий приз, отгадайте загадку на детской страничке еженедельника «Волна» и звоните к нам в редакцию. Сладкий приз в подарок от детской странички еженедельника «Волна». Мы ждем детские ответы на очень сложные вопросы каждую пятницу с 16 до 17 по телефону 35024. Желаем удачи и приятного семейного чаепития! А мы переходим к розыгрышу. Сегодня разыграем сертификат на посещение батутного парка «Улет», сладкий подарок от грузоперевозок «Муравей» и сладкий приз от фирмы по ремонту холодильников и стиральных машин «Метеорит». Первым определим победителя розыгрыша кроссворда. Сегодня в нем участвует 18 человек. Между ними разыграем сертификат на посещение батутного парка. Достается Светлане Шагинян. Поздравляем! Переходим к конкурсу сканвордов. Сегодня в нем участвует 20 человек. Между ними разыграем приз от грузоперевозок «Муравей». Сладкий подарок достается Сергею Кононову. Поздравляем! В конкурсе эрудитов правильно ответили 13 человек. Между ними разыграем сладкий подарок от фирмы по ремонту холодильников и стиральных машин «Метеорит». Второй сладкий подарок достается Дмитрию Кузнецову. Поздравляем! Спасибо за приз «Альфа-Окна». Всех победителей ждем в течение недели в рекламном отделе по адресу улица Набережная, 45, здание «Объединение Волна». На этом наша передача подошла к концу. Увидимся ровно через неделю.